Так. А что, погнали? Латанасис, 10-е возвышение. Так, халявные элитки. Есть ли они... Возможность... А, двух халявных элиток нет. Возможность одной халявной элитки и на пути к огненной элитке. Ну, вот сюда, если. Ну, это практически идеально, да? Здесь куча вопросиков. Правда, здесь больше костров, если обходить огненную элитку. Но я не уверен, что оно того стоит. Какие альтернативы? Редкие карты, преобразование. Давай. Вот сюда еще можно пойти, в принципе, то же самое. Что этот путь, что тот путь. Пошли по этому, мне кажется, тут больше шансов. Почему-то. У меня пиратские кубики. Я понимаю. Ну, в пиратских кубиках DLC, наверное, ты не увидишь этого. В любом случае, мне так кажется. Хотя я не знаю, как оно работает. Само возгорание не меняли? Нет. Не, нужен мне арсенал вообще? Слушай, ну мы в самом начале игры. И особенно если мы идем на элиток, то... В принципе, на арсенал можно забить. Да? Но... Улучшенный арсенал... Фу, на арсенал можно забить. Мы можем забить на апгрейды в лагере. Если есть такое желание. А, билд на ударах, да? Ну давай, опять, снова. Проклятие. Мы не сможем убрать проклятие до огненной элитки. Поэтому знаешь что, давай мне просто 100 золота. Один из лучших ивентов в игре. Привет, Веля. Здорово. Слушайте, ну, нет, пиратские игры это не очень плохо. Ну, я понимаю, что пиратство это плохо, но не у всех же всегда в любой ситуации есть шанс купить игру, да? Это же такое дело. Ну, если у тебя нет денег, то что делать? Я, например, когда в универе учился и в школе, я постоянно пиратил игры. У меня тупо не было бабла, чтобы их как-то по-другому... получать. Ну, у меня было два варианта. Либо пиратить игры, либо просто не играть в игры. Правильно? Ну, я не знаю, правильно ли я сделал, но я выбрал пиратить игры. Может быть, я был неправ. Пиратки для проверки, к тому же, можно использовать. Вот. Ну, вообще, я как бы... Есть такое говорить, что типа пиратские игры это плохо. И это в принципе правильно говорить, что пиратские игры это плохо. Единственное, что... Видишь, в чем фишка? Кто из нас не пиратит фильмы и музыку? Кто из нас покупает все фильмы и музыку, которые мы смотрим? Да никто. И книги, которые читаем и слушаем. Да никто. Ну я не буду говорить, но почти никто. Правильно? И соответственно... Как можно говорить о пиратстве игр, когда ты все остальное пиратишь? Поэтому я, например, не чувствую в себе... Не чувствую, что я имею право говорить про то, что пиратство это плохо, если я все равно пиратю очень много всего. Те же книги, которые я читаю. У меня столько денег нет, чтобы покупать все те книги, которые я читаю. Это нереально. Я очень быстро читаю и много. Поэтому... Вот, такие дела. Нам пока не имеет смысла увесить ты клинок. Может быть, ярость? Наверное, ярость, да. Потому что обороны все равно я хочу удалять, правильно? Блин, он с этой, с металлизацией. Это очень плохо. Благовулин с металлизацией — это катастрофа. Да. Ну, что тут сделаешь? Какой есть? Сейчас, одну секунду, я сделаю себе погромче. Слушай, у нас могут быть реальные проблемы здесь на Благовулине. Блин, как она неудачно... А, нет, очень удачно сработала, я ошибся, простите. Очень удачно сработала, я имею в виду курительница. Молодец, курительница. Ты огонь.
И проломить не приходит вообще вовремя. На следующий ход будет два улучшенных удара. Но проломить все равно нам столько урона не компенсирует, сколько отточенный удар-удар. Дополнительный урон от трех улучшенных ударов. Привет, Варлок, как там дело, какие планы на игры котиков в студии? Йоу, Ройден 42 в скобках. Вилю. Валял. 71, 41. Спасибо тебе огромное за донат в 150 сердечком. Спасибо тебе, большущий чувак. Спасибо за помощь. Слушай, дела отлично. Планы по играм пока нет. Пока что Спайр кубики. Я в восторге сейчас от Спайра и от кубиков. У меня как второе дыхание открылось, знаешь. Поэтому я чисто кайфую от этих игр. Они у меня просто божественные игры. Что Спайр, что кубики. Они сейчас супер хороши. Поэтому я пока в них буду играть. А новые игры, если будут, то на следующей неделе, может быть. А котиков в студию, ну, они все. Вот она. Здесь сидит Молли, но я боюсь, что если я ее потревожу, она будет. Она будет ко мне приставать лезть. Она сама придет. Слушай, она в коробку улеглась. Я еще начну трогать, она тут начнет лазить, опять микрофон и скидывать. Она придет, не волнуйся. Она там не будет весь стрим сидеть. Вот. Спасибо тебе еще раз. И Цербер Фокс. Спасибо, Вар. Спасибо тебе за донат, Цербер Фокс. Привет, Варл. Сколько будет забегов в Slay the Spire? Очень хочется кубики. Ну, Slay the Spire обычно около 3 забегов мы успеваем сделать. Ну, там, в зависимости от ситуации, но около 3. Так. 9 плюс 9 плюс 9 — это 27. 27 плюс 50% от 27 — это сколько будет? Это... +12 — 24, +13 — 26. Короче, плюс 13 урона. 8 плюс 13 — это... кстати, больше урона получается. Но мы, возможно, захотим блоки сыграть на следующий ход, а не удары. 8 плюс 13 — это 20. Это больше урона, чем отточенный удар. То есть проломить удар и 3 удара — это больше урона. Ну, ладно, хорошо. Будем использовать математику. Оу, вообще идеально. Просто супер. Как раз то, что нам нужно. И мы его могли бы добить здесь. Если бы пришли другие карты. Но по факту 18 блока, но он все равно мертв. Играл в Фури? Нет, я смотрел. Ну, видел игру. Хорошая игра. Никаких к ней претензий нет. Играть я, наверное, в нее уже не буду. Уже как бы прошло вроде бы ее время. У нас есть 30 урона здесь. Очень заманчиво убить было бы шипастого слизня. Единственное, что у нас урона не хватает. Ну, тогда делаем проще. Я у Winner Low. Здорово. У нас курительница. Отлично. Ну, практически идеально. 0 урона. Продамажили у него 8 хп. Да, с арсеналом нам хватит урона, чтобы убить его. Какая красота. Привет, Григорий. Здорово. Дима, и тебе привет. Слушай, ну у нас сейчас сильный старт на Лотоносце. У нас, в принципе, урон есть, защита немного. Хочу ли я раскат грома? С отточенным ударом очень хорошо играет. Просто замечательно играет с отточенным ударом. 60-70.
Мы можем хильнуться здесь и заблокировать проклятие через Амамори. Знаешь что, давай. О, самое то. Как раз хильнулись. Короче, мы золотого идола за эти два ивента получили. По большому счету. Нам обязательно нужно после босса постараться, изо всех сил постараться получить энергию. Для нас будет мега критично. Так, он делится на 75. Я просто думаю, делить его на следующий ход или нет. Я думаю, что надо будет делить. Да. Причем делить, наверное, с зельем богатыря. Нихера, не будем мы его делить. Пошел он нафиг. Мы сделаем вот так и вот так. Хе-хе, лох. А вот теперь мы будем его делить. И даже тогда зелье богатыря можно сэкономить. Отлично. Шикарно, просто курительница сработала божественно. 10 плюс 9, 19 урона, 19 умножить на 2. Да, мы его собьем, вот этого парня. Ладно трогать котиков садизм, но я требую твич мод, хочется над кем-нибудь поиздеваться. Йоу, Ройден, спасибо тебе громадное за донат, целых 150 сердечком. Спасибо тебе, чувак, большое. Слушай, твич мод, не знаю насчет твич мода. Пока не уверен. Я пока что сам наслаждаюсь игрой. Блин, у нас нет энергии. Ааа. Окей, тогда превращаем 3 обороны. Астролябии. Ищем что-нибудь интересное, ищем разные удары. Ищем чего-нибудь. Спасибо тебе еще раз за донат, Ройден. Такое большое сердечко, уже второй. Мы Twitch мод когда-нибудь поиграем. Я тебе говорю. Когда-нибудь это случится. Просто не знаю, сегодня ли. Вау, какие плохие карты. Это хуже, чем оборона. Ну, может быть, окопаться улучшенный еще как-то будет играть. Но 3 обороны были лучше. Я так и не показал фотки с белыми волосами. Ха-ха, ошибаешься, показывал я. Было, на одном стриме я показывал. Я не помню, когда это было давно, но показывал. Так, я бы обошелся без элиток на этом этаже. Честно. Вообще не интересует. Для нас это будет мега сложный этаж. То есть у нас здесь будет тонна проблем. У нас нет энергии. У нас нет защиты. Но я знаю, что я сам и убрал ту защиту, да? Кто типа заставлял тебя? О, они оба атакуют так? Не козлы ли? И никого не убить. Ох. Как плохо-то. Йоу, Холасин, спасибо тебе за донат 16 сердечком. Привет, Варлок, наконец-то попал на стрим. Знаешь игру Космага? Привет, Холасин. Добро пожаловать на стрим. Слушай, этот, не знаю такой игры. Не слышал. Что за игра? Я давно не играл в какие-то другие игры. Я все этот, в одни и те же. И в принципе мне это нравится. Так. Нам нужна защита. Хорошая защита, не то что у нас есть. О, пожалуйста, игра. Ну, давай, сделай это. Ну, yes! Проклятие заблокировалось, Амамори. О, один из лучших дней в моей жизни.
Вау, это было круто. Так. Теперь что делаем? У нас куча бабла. Нам бы в магазин, наверное. Альтернативно, в магазин можно здесь зайти. Просто вопросики интересные, а бои не очень. У нас есть некрономикон. Теперь вот эта штука бьет на 48 урона. Правда, кроме этого, у нас куча трэша в колоде. Просто ужасного трэша. Отвратительного. Йоу, Паш, спасибо тебе за донат. Влад, ты даешь мне разрешение пройти на канале игру под названием Space Robinson? Да? Как, я не понимаю, у меня что, есть права на Space Robinson? То есть я не понимаю, почему ты у меня разрешение спрашиваешь, да? Какое я имею отношение к Space Robinson-то? Я не разработчик игры. Проходи, конечно. Игрушка бомбовая. Огонь просто. Так что, конечно, проходи. Я сегодня так в нее классно с утра поиграл. Я просто в этот... В восторге. Так что, конечно, естественно, проходи. А, вот эта штука сыграется два раза, да. Некрономикон же с глазом змея, кстати, тут круто работает. Если мы сможем его раздобыть. 10 плюс 15, 25 урона наносит проломить. Блин. Опять та же херня. Не убиваем. Вау, сейчас мы урона получим тонну. Не то, чтобы тут был особо выбор. Ну. Нам нужна защита, она не приходит. Попробуем поискать здесь. Окей, галька это защита. Косвенная, но защита. Ну, точнее, она прямая защита, но... 6 защиты при перетасовке колоды тоже защита. Ну, первое, галька мы берем. Второе. У нас есть тут лишние карты, товарищи. У нас есть вот это. Следующий ход. Можно купить счеты и сумку. Потому что я здесь больше ничего не вижу. Я вижу еще один отточный удар. Они вместе играют, в принципе. Ну, ты знаешь, вот это мне нравится. Нужно больше реликов. И мы, наверное, будем... Мы, наверное, пойдем здесь на элитку. Я верю, что мы можем затащить. Потому что после нее два костра. Нам все, что нужно, это убить эту элитку. Я так и знал, что это будут они. Прямо чувствовал. Окей. Ты будешь слит и сожран. Спасибо. Йоу, Паш, спасибо тебе огромное за донат на ютубе. Целых 100. Спасибо большое. У тебя когда-нибудь планируются спонсорские стримы, где только спонсоры могут писать в чат? Паш, я планировал сделать у себя этот... Я планировал сделать спонсорство на ютубе. Но я не планировал ограничивать чат для спонсора. Вообще даже вот в мыслях такого не было. Так что... Ну, как бы... Блин, я его не убиваю все равно? Вау. Херово-то, капитан. Мы получили кучу урона, но плевать. У нас много лишнего в колоде. Дело в том, что тут вот в чем проблема. Ок.
Окей, Некрономикон, спасибо тебе огромное. Ты просто супер. Еще одна копия сожрать. У нас нет силы. Так-то увесистый клинок с Некрономиконом, конечно, огонь. Но силы вообще нет. Нужна сначала сила. Сожрать нам достаточно одной. Окей, 69 хп. Самое лучшее количество хп. Курьер, благодарю вас. И мы не пойдем здесь на элитку, я думаю. Или пойдем? Нет. Надо сначала пойти сюда, и если мы будем себя чувствовать комфортно, можно зарулить туда, на элитку. Окей. Здесь хороший вопрос. Плюс 3 силы или преобразовать, окопаться и что-нибудь еще. Если преобразовывать, окопаться, что с ним вместе преобразовывать в поисках хороших карт? Арсенал. У нас много улучшенных карт, нам арсенал не нужен. Да? Просто особая реликвия, я не вижу особого смысла, ха-ха. Нам сейчас нужно карты менять. В любом случае, вот это и вот это. Окей, мы получили силу и скверну. А, могло быть хуже, но скверна сама по себе, конечно, у нас сейчас ничего не делает. Не уверен, что это было правильное решение с моей стороны. У нас все еще нет защиты. У нас есть защита, но она не очень. Ладно, погнали. Что? Я что, попал на стрим? Не верю. Привет. Что я пропустил? Йоу, Артём. Здорово. Спасибо тебе огромное за донат. 100 сердечком, чувак. Спасибо. А ты ничего не пропустил? Это первый забег. Так что ты как раз вовремя. И забег выглядит многообещающим. Действительно многообещающим. То есть единственная проблема, видишь, у нас в том, что... у нас защиты нету. Ничего удивительного, да? Но... теоретически у нас сейчас много хорошего в колоде. Ух, колода. Жух, колода, я бы сказал, даже, возможно. Мы делать вот так умеем. Ты такое видел где-нибудь? Вчера еще был стрим, да. Yes, повезло. Ох, 4 панциря, отлично. Мы заряжены, короче, по полной программе. Я, правда, здесь рисковать не буду с апгрейдами. Опять же, у нас улучшено почти все, что мы искали. А бы, может быть, скверном бы улучшил слабое место, но это тоже наглость. И у нас нет таких реально топовых банок, поэтому я несколько боюсь. А, избиение. Хорошо. Мы попробуем, наверное, самого босса убить как можно быстрее. С Некрономиконом должно получиться. Или нет... или мы не будем пробовать босса убить первым делом. Потому что это чревато последствиями. И знаешь, давай мне топор. Отлично. Ярость, ты супер вовремя. Не, это мы играем на босса. Все, на нем 6 уязвимостей. И если он нас сейчас не отдебафает в ближайшее время, у нас шикарные шансы его убить. Быстро убить.
очень быстро убить. Еще ты, спасибо вам большое. Ладно, мы, наверное, будем за взрывным зельем на следующий ход зачищать. Слишком страшно, он их бафнул. Можем не успеть. Или нахрен. Следующий ход отточенный удар будет. Избиение. Не будет защиты вообще. И мы будем под дебафами. Да, надо чистить. Тут ты особо не почистишь. Ну хоть как. Хотя бы минус один сделать. Кен, он призывает. Шестьдесят урона в него. Блин. Получаем 16 урона, если бьем в него. Можем ли мы получить 16 урона здесь? Ради того, чтобы продамажить на 60. Потому что альтернатива — это убить пламяголового отточенным ударом. Сегодня будет созерцающая? Да, наверное. Если мы до нее успеем добраться. Смотря сколько забеги будут идти. Окей, я думаю, что мы не получаем здесь урон. К сожалению. Как бы это не было херово. Нам придется чистить. Не можем себе позволить игнорить их. Не хватает дамага. Тупо не хватает дамага. Ты не работаешь с яростью. Очень жаль. Спасибо курительнице, кстати. Спасла. Зелье я провтыкал в ноль. Вообще. Ну, это такие мелочи. Скверна у нас пока вообще не играет, как видите, да? Вообще ничего не делает. Ну, отточенный удар, где ты? Ты мне нужен. Здесь и сейчас. Окей, все. Хороший бой. Правильное решение. Протыкано одно зелье из-за моего мисплея, но... И вот теперь вопрос, баррикада или облик демона? Что важнее для этой колоды? Окей. Okay. Потому что билд... Пока не на силу. А я вам серьезно говорю, здесь баррикада может быть важнее, чем сила. У нас есть слабое место для силы. Для баррикады у нас есть две ярости. Вам не понравится. По-моему, нам нужна баррикада. У нас есть оборона. У нас есть ярость, которая может в один ход давать просто миллион защиты. С некрономиконом. У меня нет энергии так же на демона, как и на баррикаду.
Я беру варикаду. Три энергии глаз или четыре энергии не глаз? А с чем ты скверно планируешь играть? Как-то не густо с навыками то. Йоу, Артём, спасибо тебе громадное за донат в 100 сердечком. Спасибо большое, чувак. Благодарен. Аристкверну не планирую играть, она взялась случайно. Ее в колоде вообще-то быть не должно. Она сама сюда приперлась, когда мы изменяли карты. То есть я не уверен, что она нам нужна. Но с другой стороны, мы можем же пойти под нее. Почему нет? Мы можем попробовать сделать ее играбельной. Смотри. Отточенный удар. Я считаю, могу ли я его здесь убить. Отточенный удар. 48 урона. Кровь за кровь. 18. Это 50. 60. Так, подожди. 48. 58. 66 урона мы наносим. 66 плюс 18. 70-84. Плюс удар, плюс сожрать. Еще 18. По идее, мы его убиваем здесь. И сжираем. Если я не просчитался. Я просчитался. Да. Где-то в мои подсчеты закралась ошибка, господа. Не знаю где, но точно закралось. Вот так мы защиту будем стакать. Вопрос, убивать его или нет. Либо пробовать сожрать. Ответ, убивать. Вихрь. Нам нужны еще блоки. В частности, ерунда. Зайдет отлично. Не-не-не-не-не. Я знаю, что мы только что убили такого чувака с легкостью. Но я очкую с лайк. Или я не очкую с лайк. У нас впереди два вопросика, потом два боя. Я думаю, это наглость с моей стороны была бы. Кто у нас босс? Таймлорд. Против него маска не нужна. Маска нужна против стражи. Но все равно я буду ее игнорить. Не интересует. Простите, не интересно. Ну, страшно мне было там драться с ними. Слишком опасно. По моему мнению. Потому что одного даже мы быстро убьем. ХП нам еще пригодится, пацаны. 15 плюс 9. 24. Не хватает чуть-чуть, чтобы убить этого парня. Придется сделать так. Если бы у нас был здесь облик, особо ничего не поменялось бы. То есть вы не волнуйтесь. Кровь за кровь становится дешевле и дешевле. 10 урона всем врагам, когда вы берете статус или проклятие. Ну, типа... Почему бы и нет? Мне все немного урона на всех не хватает. Каждый раз, блин. По чуть-чуть урона не хватает.
облик, знаешь, сюда бы зашел бы, если бы я гарантированно мог его сделать. Если бы я гарантированно мог сделать так, чтобы он у меня в стартовой руке был всегда. Тогда да. Тогда вот к облику было бы претензий не было. Он был бы мега хорош. Сейчас же. Если я его вытаскиваю на 3-4 ход. Вот как баррикада у нас, кстати, будет стакать защиту. Вот типа такими ходами. 50 блок, как с куста. Упс, сожрали. Окей, у нас получается интересная колода. Очень интересная. И у нас есть зелье артефакта. Тоже на дороге не валяются. Есть баррикада. Нужна ли ты мне баррикада? 6, 6, 12, 24 урона. С гемокинезом сожрем прямо сейчас. Здесь и сейчас. Взрывателя. Или альтернатива это баррикаду сыграть. Сожрать потом кого-нибудь другого. Ну да, баррикада нам тут практически гарантирует не получение урона. Эх, хочу экономить. Ни одной АОЕ карты. Ошибайтесь. Смотрите, что у меня есть. Сэр. Зачем правильно слабое место сначала играть? Ни одной, говоришь? Правда, не хотелось бы убить шпаства, так хотелось бы его сожрать, но, походу, не получится. А, увесистый клинок. Или непробиваемость. Увесистый клинок, конечно, играет с силой очень хорошо. Прямо мега хорошо. Клинок с некрономиконом играет, ты прав. Но у нас уже есть апперкот. Я сегодня делаю странные вещи. Очень странные. Но они работают пока что. Можно было бы пойти на элитку здесь. Давай. Голова. По-моему, мы ее как раз должны слить. Товарища голову. По идее. Сейчас заодно просто посмотрим ДПС чек. Сделаем. Насколько у нас много урона в колоде и насколько эта колода тащить может. Еще один апперкот. Скверно, ну что ты приперлась? Нахрен ты мне нужна. Не вижу ничего необычного. Баррикада плюс скверна. Ну, так-то да, конечно. Я понимаю, о чем ты говоришь.
Можно было дельку энергии там врубить. Как вариант. Вау. Где мои ярости? Ярости, вы мне нужны. Скорее. Спасибо. Вы настоящие друзья. Слушай, ну, не топовый ДПС, но учитывая, что у нас есть защита, как бы, то в принципе мы неплохо держимся. Не знаю, насколько здесь баррикада свою роль сыграла, конечно. Мы его не сожрали. Эх. Это 4 панциря. По-моему, у нас достаточно карт в колоде, в принципе. И я буду открывать, потому что у нас магазин близко. Якорь, хорошо, отлично. Так, ковать баррикаду. Первое. Слышал ли про Нойта? Да, Санчес, я слышал про Нойта. Я посмотрел. Прикольная штука. Что-то как-то она мимо меня это пролетела, Нойта. То есть я не это. Баррикаду, пожалуйста. Баррикаду, пожалуйста. Ну, когда тебе не дают, так не дают. Этот, что-то, ну, это мимо меня прошла, когда релизнулась. Поэтому не знаю. Наверное, я ее уже пропустил. Я посмотрел, но я не заметил, что там такой прям вот рогалик, знаешь, в который я бы играл очень долго. Выглядит она действительно очень хорошо. Ничего не могу сказать. Ола, брат Варлок, смотрю твои записи на ютубе, успокаивает после работы. И возник один вопрос. Брат Варлок, а ты часом не чернокнижник? Йоу, испанская инквизиция. Я 100% не чернокнижник. Если у вас есть информация о том, что я творю какие-то вещи, которые не должен творить, хороший, законопослушный и верный законом инквизиции гражданин, то это все наглая ложь еретиков. И вам стоит обратить свое внимание в их сторону. Вот. Поэтому пожалуйста, не сжигайте меня. Я буду хороший. И этот вот. А так, спасибо большое, чувак, что смотришь. Очень рад, что тебе нравятся мои видео. Рад, что могу помочь тебе почувствовать себя лучше. Поэтому вот, спасибо, приятного просмотра. Йоу, у нас есть все золото и у нас есть курьер. Окей, магазин, показывай, что ты мне дашь. Тащи. Ну понятно, что мы руку возьмем, да? Так, так, это идеально. Потом. Череп. Карты эти мне не нравятся. Ну и что, давай мне череп, черт с ним. Подушка. Ну, по-моему, не актуально уже. А Рэри поискать облик демона, да? Да. Или огненный барьер, к примеру, тоже вариант. Берсерк. Берсерк. Берсерк.
Ну так, если серьезно. Огненный барьер просто на сердце мега хорош. Хотя ерунда тоже крута. Особенно улучшенная. Мы, наверное, возьмем ерунду здесь. И толчок корпусом, который перед боссом надо улучшить будет. И все, я думаю. Все остальное пока игнорим. У нас так большая колода. Ты черный маг, ты обречен. Такая правда, таков закон. Черный балахон не спасет тебя от страшных снов. Погребальный звон подушек колоколов. Велика цена. Ведь знание — это власть. Кто взлетел наверх, может низко пасть. И ничего не скажешь. Спасибо, Артем, тебе огромное. За донат. Большое спасибо за донат 100 сердечком. За такие хорошие слова. Все восстало против молодого некроманта, сделав меня мучеником моего таланта. Ты не дышая луна, не муки влюблена, отобрав души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет ополчился на меня? Для чего родился я? Волнуется чат? Мимо. Я жадничаю, я хочу его сожрать. Ну. Я сожрать, капитан. Что ты будешь делать-то? Yes. Больше максимального здоровья. Еще больше максимального здоровья. Еще больше защиты. Больше всего. Окей. Okay. Сделаем толчок бесплатно. Я деньги оставил, кстати, для зелек на следующем этаже. Много ерунды. Посмотрите на эту ерунду. Ее так много. Мне нет смысла делать добор. Ну, есть. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть мне надо было либо слабое место здесь вытащить. Хотя вообще не надо было играть, конечно. Вот, боясь потерять баррикаду, да. Не надо было. Но у нас теперь есть защита в колоде. И неплохая защита. Мы можем две карты сыграть. Точнее, двойной точный удар мы можем сыграть, и все. Дыхание против него, кстати, будет работать. Так что... Даже удары не буду играть. И это все, что ты можешь? Была эволюцию играть. Все равно смысла нет в том, что мы делаем. Ну, урон ему наносить смысла нет, разыгрывать толчок корпуса или что-то еще. Не убьем.
Ждем. 4 карты на этот ход. Нормально. Абсолютно нормально. Так. 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 И вот так. 45 блоков. Больше, чем он наносит, и отлично. У нас запасик появился. Ну и в принципе дальше мы просто отдыхаем. Потихоньку дамажим, стакаем защиту баррикады, и все хорошо. И мы даже, наверное, попробуем его сожрать. Как бы это абсурдно не звучало. Курительница. Эх, мимо. Ну ладно, что сделаешь. Сожрать. Сожрать. Ну. Ну чего ты, капитан? Да где она? Вы шутите? Ну ладно, не хочешь как хочешь. Надо было побольше защиты настакать перед этим, позапрошлый ход, но я что-то тупанул. Да, эта зелька дает 4 латных доспеха, так что это хорошая зелька. И по апгрейдам... Это слабое место. Все-таки сила нам нужна. И у нас другого способа, кроме красного черепа, ее получить нету. О, окей. Абонемент тут имеет смысл? Даст скидку 50%. Или мне просто проще лягушку? То есть, если я покупаю абонемент, то на лягушку скидка будет... Короче, лягушка что-то мне обойдется в 80 или 90. В итоге получается дороже. Долить скверну? Да вы шутите. Нахера? Нам лягушка нужна, это наш урон будет. И боевой транс — лучшая карта в игре. Я так хочу сыграть слабое место здесь, а не апперкот. Я думаю, нам нужен апперкот. У нас есть шанс сейчас копье убить. Даже не шанс, а гарантия. А если вообще обнаглеть, можно попробовать сожрать щита. Если уж так. Попробуем. А что он нам сделает? У нас защита сейчас будет. Можно будет обожраться защитой. Нет, конечно, я зажрался, я вас прекрасно понимаю, сэр. Я наглею по полной программе, кто спорит-то? О, да. Но он нам ничего не может сделать.
Где моя зажигалка? Спасибо. Благодарю вас. Вкуснятина. Здравствуйте, порочное сердце. У меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Хорошая. Пошутил. Для тебя хороших новостей нет. У меня мне пришли те карты, которые я искал. Так что пошло нахер. Дура. А что наш дебаф заблокировал? Подожди, а что заблокировал дебаф? Блин, я идиот. Обожаю стримлеров, слушающих Киша, да еще и подкидывающих их годных песен. Удачного стрима меньше, чем 3. Йоу, Адмирал Сенпайка, спасибо тебе громадное за донат. Просто огромнейшее тебе спасибо за донат. Целых 50 рублей. Йоу, панкихой. А и гемокинез играть не буду, пошел он нахуй. По-моему, у нас есть шанс, пацаны. Если мы сейчас где-то вот жестко не затупим, прям по полной программе. Например, сыграв скверну в этот ход. Что абсолютно для нас было бы бесполезно. А, следующий ход будет плохой. Возможно, нам стоит сыграть скверну. Нет. Мы сожжем тогда на следующий ход обе ярости. Что неинтересно. Совсем. И боевой транс, ты бомба. Ты самое лучшее, что я видел в своей жизни. Ты не представляешь, как ты вовремя. Я просто жесть. И надо сердце сожрать обязательно. А я говорил, что боевой транс затащит. Сейчас будет минус латная броня, но наплевать. Она уже от своего отслужила. Прощай, латная броня. Спасибо за службу. Нам нужно было на него вешать уязвимость. О, да. 4 энергии. Сливай воду в сердце. Я его не сожрал! Фу, блин, я забыл. Твою мать. Ну, эпик фейл. Увлекся. Блин, весь забег на смарку. Что ты будешь делать?